К новостям в нашей стране. Граждан Узбекистана спасли казахстанские полицейские на заснеженной трассе в Актюбинской области. Ехали иностранцы из Москвы, но из-за непогоды их автобус вышел из строя. Инспекторы эвакуировали 24 человека в безопасное место. Всего за последние две недели полицейские вызволили из снежного плена 400 человек. Сопроводили на автодорогах 14 тысяч автомобилей, еще 109 вытащили из заносов. Отмечу, из-за плохой видимости «КазАвтожол» ограничил движение на 25 участках дорог в 7 областях страны. Полицейские призывают казахстанцев отложить поездки.